Что скажете? Вам нравится? Нравится. Что нравится? Абао! Чудесная погода. Действительно, восхитительно облачная. Вот, укутайся потеплее. Не простудись. Спасибо, господин. А ты здесь откуда? Его спроси. Брат Лу довольно опытен в таких делах. Так что я пригласил его присоединиться. Брехня, меня сюда грубо приволокли. Результат тот же. Я все же надеюсь, ты нам подсобишь. Лу Сяобай, если ничего не найдешь, то получишь у меня. Идем. Нашли час назад. Тело нашел проходивший мимо старик. Причина смерти – колотые раны. Орудия убийства рядом не было, так что пришлось нырнуть. К сожалению, бестолку. Около 20 лет. Миловидная, одежда цела. Изнасилование можно исключить. Нет оборонительных ран. Ее застали врасплох и убили. По форме и глубине раны можно предположить, что орудие убийства – широкий нож с лезвием около 15 сантиметров. Ее ударили несколько раз, удары разной силы. След от пощечины на лице. Как же сильно он ее ненавидел. А где ее обувь? Когда тело нашли, обуви на ней не было. Должно быть, обувь забрал убийца. Думаете, убийство было преднамеренным? Что? Ты что-то обнаружил? Линдера? И лакрица. Судя по положению тела, думаю, произошло следующее. Сдохни, дрянь, сдохни! Если бы убийство было спланировано, то не осталось бы столько следов. Это очевидно, убийца был в ярости и действовал спонтанно. Дорогая!最近常常被问到儿时的梦想，笑着想起年少的自己了不起的模样。